И всем привет, дорогие друзья! С вами Хамстердад, Целлироссел, Террария, Башни. Жопа, эксперт. Да. Всем привет, ребят. Сегодня, короче, у нас будет, так сказать, фаталити. Не финальная серия. Но фаталити. Все же придется помучиться, да. Потому что у нас сегодня, скорее всего, будет, как его, Лунный Лорд. Мунлорд, да. Наверное. Вот, и сейчас мы отправляемся на нашу очередную башню. Не-не-не, давай лучше домой, надо дом освободить, а то перед нами и так башня туманности. Давай сначала дом освободим. Думаешь? Да, хотя бы дома что-нибудь сделать, а то ж мы как раз... Ну, давай туманность завалим или что. Ну ладно, давай отэпусь домой, все. О-хо-хо. Я ж говорю, что лучше давай сначала отобьем дом. Давайте лучше спавн вы успеете поставить дома, ага. Сейчас. Чтоб мне не пришлось лететь хрен знает куда. Я стараюсь. Спытаюсь. А, я бессмертный, а то пока зарегаешься. Ну ладно, заодно поставлю. И отключу. Я же забыл. Так. Не забудь бессмертие включить быстро. Ну. Так, ну-ка. Бессмертия нету. Я имею в виду быстрый спавн. А, так, и все, я тоже отключил, а то пока включишь. Ой, все... кстати, правда, забыл, блядь. Сейчас я прилечу. Фак, еще не за это. Как сказать? Да глянь, я же перенес спавн какого? Ангуса. Да меня червяки докапываются. Сейчас, как там, телефончик disable. Глянь, слышишь, не работает, прикинь. Какого хера? Меня перед... Короче, меня на старую точку тэпает. О, надо. Я не знаю, я перенес туда спавн. Три раза. Ну тогда это будет еще геморройней. Поэтому я говорю, давай пока вот этих с этим расправимся. Кстати, я еще успел сделать одни призывалки, попробуем убить одного. А, да... Не, это меня взбесит. Тэпаться-то постоянно. Ну это да, сколько там жизни осталось? А, еще душку и вот тонна. Просто прям... Даже пернуть не успеваю. Блин, они плодятся. Меня уже заколебало тэпаться. Как-то оно вот так. Покаянные паскуды. Паскуды твари? Блин, да ну какой там дамаг, это вообще невозможно. Ну вот, значит, нужны какие-то... Да какая ж бр... модов. Да нет, ну в смысле из модов, а если просто проходить ее без модов, блин. Ну, значит, вот, ищи какой-то полноценный, нормальный этот. О, он что-то, сука, колдует, мразь. Лучи какие... Они во мне, блядь, появляются, о, весело. Ладно. Иди сюда, колдун, блядь. Не до колдун, сука. Крабики какие-то. Ебитесь от меня, уроды. Так. Давай хотя бы вот тут здесь можно. Иди нахуй. Самые мерзкие товарищи это вот эти вот. Лёх, предлагаю тебе прийти ко мне. Здесь они сюда сами идут, их тут мало. Давай, зеленая патя. Блин, лянь, все равно не переносится, охренеть. Иди на нашу, это, как ее называют? Где мы расчищали. Да мне тут нормально, он справа.
Да. А, во, надо же, сработал спавн. Отлично. Геморройные ребята. Я тебе отсюда буду помогать, тут больше пользы от меня будет. Ай, блядь. Тут тоже какая-то магнитная сфера, блядь, приходит постоянно. Вот она мощнее моей. Я червяков шатаю тут. По возможности. Давайте, ребзя, давайте. Да я тоже. Пакни, компакни, мать вашу. Опять у меня пальцы сегодня болеть будут. Ну, души летят. Ну да, я говорю, здесь от меня побольше будет толку. Хоть я и дохну быстро, но здесь хоть как-то. Здесь даже он какой-то не такой уж и сложный этот. Там что-то вообще жопу рвали. А здесь вообще, лянь, можно спокойно так летать, вон по кругу их гонять туда-сюда. И все. Ух, ебать, в меня аж 4 сразу прилетело. Или это после его смерти сразу 4 прилетают? Хрен его знает, что тут прилетает куда. Тут за мной шарик. Да, охотится. После смерти 4 штуки или 5 там вылетают. Это вообще жопа, они меня моментально убивают. Лучше с него быть подальше. Кто, от шариков? Нет, такие хери, они кидаются чем-то. А, ну... Есть, что? Давай. Есть, да. Умри, сука. Слушай, освободи шарик, наш дом. Пролезь, смотри. Ага. Ну, секас. Все, разв... Пришел гоблин тут. Давай их наяривай. Вот этого надо убить, вот, который пуляется тут говном, вот он. Мерзкий типок. Ай, ай. Куда ты вообще тут поставилась? В смысле, куда поставилась, туда поставилась. Чё выросло, то выросло. Умрите, да, твари. Кто-то горит. Да глянь, сука. Ну, возможно, скорее всего, я сейчас сюда могу нормально поставить. Задолбали плодиться. Гомункулы, блин. Сферообразные. Да в смысле, что они бесконечные? Да не должны. Нет, дохнут. Надо их успевать убить, чтобы они не выросли. Они типа маленьких делят, маленькие вырастают. Так, ну я большинство убиваю, но... Вот они, сука. Наверху стоят тупо и ничего не делают. Негодяи, мать ваша. Вот, есть. Ей-ей. Ловите, твари. Да сука. Звездная клетка. Да заебало ты делиться уже. Не до клетки, блядь. Они не воюют, слышишь? Мелкие не воюют, они типа отлетают. Ну, я знаю, да. Да сука. Да что за хуйня? Есть. По-моему, без разницы, да, что мы тут делаем? Да сука. Ебучие клетки, блядь. Бля, не успел чуть-чуть. Я вот этими займусь. Не отвлекайся на них.
Да глянь, куда ж ты улетаешь, мразь? Охренеть. Они плодятся, они не дают вообще спокойствия. Что за говно, блин? Кто это? Что за дегенерат придумал, а? Есть, я своих уничтожил. Ага, только я-то своих не могу убить. Они вон так и плодятся, как, блин, мыши ссаные. Да нет, они меня съедают, как будто я вообще, блядь, без брони. Ты вообще, блядь, адекватная. Да нет, все. Ты видишь, я тоже. Я-то могу маленьких убить, а ты маленьких не можешь. И из-за этого, блин, больших-то ты сносишь. А я не успею маленьких всех убить. Меня маленькие, блядь, быстрее убивают. Ладно, что-то у нас получается вроде, давай. Сука. Тут эти прыжки, блядь. Да. Я что-то их опять много стало. Так, ладно, стоп. Да все, да как я уже, блядь, наверху, да что за хуйня? Что это за вечная борьба, блин? В жопу, короче, их нахрен, ухожу я отсюда. Куда, в теневую пойдем или направо? Да подожди, их надо убить, я хочу сделать оружие. Я, блин, с говном и вот так дохнуть должен. Надо их снести, они уже падают. Наверное. У тебя-то хорошее оружие. Ага, хорошее, у меня палец уже болит с ними драться. Да как они так быстро растут, чё за бред? Да потому что вон, блин, из одного выпадает три. Два. Есть, их двое всего осталось. Есть. Еще один. Все, блядь, умрите. Уже их ебать. Ну да, короче, чем их меньше, все. О, еще выпала машинка. Фу, блядь. Короче, чем их меньше, тем на больше они размножаются. А что это ты поставил такую хрень? Ну, манипулятор. Вот на нем все и делается. Вот на нем и будем сейчас все делать. Монолит звездной пыли. Ой, все, пиздец. Сколько вы. Все, посох звездной пыли. Вот сейчас они отхватывать будут. Так. Так, сколько у меня миньон бустеров? Как обычно, да? Ноль. Пускай так будет. Что ты там змей пускаешь каких-то? Это один змей. А зачем ты его мучаешь? Я его сделал с длинным большим, чтобы был. То урон призываемого существа. Нет, нет, не интересно. Метеоритовые слитки сделаю, не знаю для чего. Чтоб были. Так, подожди, тут. А, нихрена себе, это серьезно, у меня так много этих. Так, золото. Мне выпал мозг, слышишь? Наконец-то убьем его. Ну, у меня что же есть? А у нас их уже три. А, ну вообще. Только я не помню, в каких сундуках они лежат. Астрал Чикс вот так делается вот, на мифрилке. Призывать. А, подожди, я своего не выкладывал просто. Вон слева вверху так. Синий сундук, вон там призыватели есть. Если чё. Слева вверху? Ну, деревянный сундук, да.
Ну, окей, сюда засуну. Я имею в виду синий, который. Там гиды есть, там, ну, видишь. Так. А, гиды, там ключи, по-моему. Ладно, погодь. Фрагмент туманности. Слушай, у тебя есть солнечный фрагмент? Чего-чего? Солнечный фрагмент такие, как сказать-то... Хрен знает, что там есть. Ладно, это надо выложить. То все, да, мне просто нам нужно будет. Можно какой-то сделать крутой. Брать, не знаю. Защиты. Плевать, хуже. Пускай здесь это вот все пока лежит. Да я хочу тут перехреначить руду в слитке, а то там уже места нету. Ни хрена. Так, если я не ошибаюсь, вот он. То нам нужно... Все, я могу сделать. Сейчас сделаю. Где здесь аксессуары? Это... Вот это... Что там требуется? Что-то я потерялся. Шляпа. Вот это. Ну, крабья рука. Кирка на 190, а у нас кирка на 210. 10. Ну да, нет смысла делать пока кирки эти. Можно не меч понял. Сделать на 67, а мой 77. Погоди. Но моя проблема в том, что прокачать нельзя нахрен. Так. Вот как плохо все. Есть, 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 все есть. Да, вот он. Отлично. Так, руда, 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 руда. Сразу надо заиндюрить всю руду. Так, чё я встал? Вот чё я стою? Так, ладно, это как-то можно улучшить еще. Да, это можно улучшить. Есть эссенция тьмы? Ну да, посмотри, должна там быть. Ты выкладывал ее, да, наверное? У меня ничего, у меня пустой инвентарь, у меня нет вообще у ничего. У нас две эссенции тьмы получается тогда. Я не смогу меч сделать. У нас две эссенции. Это кабздец. Значит, больше не выпадало. План, карта и быстрые часы. А с кого не выпадают эссенции тьмы эти? Ну, кстати, посмотри, может быть, тебе сейчас будет показывать, я ничего-то не смотрел. Так это ж, этот же шмот не обновлялся. Рецепты вообще-то обновлялись. Обновились крылья, они теперь вот здесь перенесены отсюда. И обновился еще мод этого. Рецептов, ну, вот, внешне вроде все. С босса она, по-моему, падает вообще. Да, тут мне ничего не показывает. Типа эссенция тьмы, и все. Создание из эссенции тьмы. А что за создание? Мне ничего не показывает. Фильтр вроде на всем стоит. Башню вихря пойдем убивать или туманности? Это из этого надо. Уже Бери что-то делать. Да нафиг это надо. А, ну... Нет, почему-то не работает этот. Тремор. Галактик. Ну, две этих не хватает мне. Ну, ал. Не, не работает. Не показывает. Короче, скорее всего, с мобов с каких-то падает. Может, ну, пойдем. У меня я пустой, я тебе еще раз говорю, как у меня нету ничего. А. В
Пиши эссенция, okay. И посмотри, с кого она падает. Потому что у меня не отображается до сих пор. Сейчас по вещам гляну. Секунду. Эссенции, вот они. Эссенция прозрения, могущество, воздуха, тьмы, света. Тоже не показывает? Нет, эссенция тьмы. Просто, типа, что можно сделать из нее и все. О, говно. Ну, короче, с каких-то мобов должна падать эссенция тьмы. Да, скорее всего. Только я не помню, вот откуда я две штуки эти выбил. Ладно, пошли. Пошли на туманность, пойдем в другую Думаешь? Сторону. Ну да. Кстати, с ним броня хорошая делается для мага. Да плохо, что сбиваются эти петы. Так, а где здесь? Ну. Да, здесь уже начинается. Где-нибудь полегче поставить бы. Получается? Да нет, я убежал. Надо где-то поставить, хрена будет в нормальном месте. Хрена себе ребзя тут. Наверное, лучше издалека, у меня так проще получится что-то сделать. Да, они жесткие тут очень. Я дома появился. А я не переносил. Сейчас я спаун перенесу. Сейчас они... Блядь. Да. Сейчас я перенес. Уже говно какое-то вообще. Да пидор, блять, он прям садится и пиздец. И его ничем не снимешь. А за мной вся летающая хрень. Ну все, спаун перенесен, если что. Ага. Блин, это хрень долбанутая. Блин, говнюк блюет еще какую-то хрень. Не подходи ко мне, мразь. Я говорю, вот это все, блядь, пропадает. Постоянно вызывать, вот кто призывателем работает. У кого, блин, класс призывателя. Это вообще, блин, жопа какая-то. Ну-ка, отвалить от меня, урода. О, просто что-то село. И загасила. Они тапаются или летают, я не пойму. Нет, есть, которые садятся на голову. А есть, которые, блин, просто в тебе появляются. Ой-вей, блин. И у меня меча даже нормального нету. Потому что надо было... Зря мы пошли, мне кажется. Я говорю, надо было готовиться. Идти, там, копать что-либо, что там есть новое. Появилось, нет. Может, механического этого бы снесли. Хрен знает. О, они вон все в меня прям...
Падла. Не, что-то шатает вообще прям жопа. Да он их должен рвать, я не понимаю, почему он не рвет их. Что-то глупые они какие-то немножко. Давай расти. Ну, рви, давай, вот, Лёха ж собрал для тебя специально, дебила. А он глючит. Он разрывается на куски пополам и летает. Нет, у меня он летает нормально, но он их не хочет атаковать, он тупо летает, тупит, не трогает их. Нормально, 8 осталось, Лёх. Ещё чуть-чуть. 7. Ну, самый первый тот, наверное, вообще самый потный был. Ну да, скорее всего. 4 осталось, Лёх. Да. Эти гадёныши тэпаются. Всё! Где она там, слева, да? Или справа, я не пойму. Слева, вообще. Левее. Бери левее. Что за дерьмо вообще? Кто это придумал? Да ну все летит, блин, да я даже убежать не могу от этого. Есть, ушла. Тут хоть не плодятся эти бомжи, блин. О, сердце. Паскуда. Ай, твою налево. Угу. Мне просто нету даже оружия нужного. Вот что я бегаю с этим, блин, 100 урона, блин. Нужно хотя бы иметь уже 150 урон. Че, ладно, давай возвращаемся. Попробуем, можешь убить мозг, нет? Как думаешь? А уже полночи прошло. А у него сколько жизни вообще было? Ой, я не помню. Ну, 1060, наверное. Ты все звезды там собрал? В смысле звезды? Тебе звезды нужны? Нет, вообще, там с каждой башни падают звезды какие-то. Вот у меня то, что требовалось, упала там одна всего звезда. Остальные, да, я собрал. Ну... Я не вижу их, поэтому, скорее всего... Ладно, давай домой, все. Так. Так, это что? Для чего требуется? Для чего выкинуть? А, вот, милблуд какой-то. Выпал. Слитки пойду, да, сделаю сразу. Латыканные. Только где их делать-то? На чем? На манипуляторе, скорее всего. Ну да посмотри, там же пишется, на чем они делаются. Древний манипулятор. А где он? Ну вот. Вот ты около него стоишь. А, тут нужен святой слиток и эктоплазма еще. Ой, налево. Так, короче, ладно. Скину. А, ты хотел сделать мелдбар? Да, здесь. Ничего не хотел сделать, просто... Просто. Так. Семечко чего? Дрожит света.
А из них можно что? Нельзя. Только посадить. Ну и пошли в жопу. Еще раз. Где у нас эти тут звезды? Вот они, вижу. Знамя мозгососа. Хорошее название, хорошее. Давай-ка тебе, гоблин, поставлю мозгососа. Так. А, вот, фрагмент звездной пыли. Нет, 19 было. Солнечный фрагмент падал, ты выкладывал его куда-нибудь? Этот вообще 47 бьет. Да, вот, все есть они, отлично, их отложу пока вот сюда. Тоже кончено до поноса. Я легкий лучевой меч выкидываю. Ты какой? Легкий лучевой, вот такой. А, ну я уж давно выкинул, потому что из него, по-моему, ничего и так нельзя сделать. Этот я тоже, ну ладно, смертельный пусть остается. Эссенция... Вот эссенция тьмы нужна, все, у меня нету эссенции тьмы. Нету. Эссенция ужаса. Эссенция ужаса вроде была, да? По-моему, да. Я ничего не путаю. Дай посмотрю. Да, говорю, раньше все это выпадало в подземелье. Почему сейчас не выпадает, не знаю. Может, моды это убирают или... Из игры это убрали, хз. Я надеюсь, я правильно выбрал. 5 штук, да. Давай проверим, где его тут можно слепить. Вот он. Это вот этот... Блин. Твою мать. Нафига. И прокачать его больше нельзя, да? Но он без всяких этих зачарок. Может, он на наковальне соизволит это. Ну да, с моим запасом золота, конечно. Так, платиновые монеты давай сразу. Так, гоблин, иди сюда. Перекувать. 5 куронок скорости, так себе. Ну вот, как бы, опять яблоко выпало. Но эссенции света падают в подземелье, в святых подземельях. Вообще нормального ничего не выпадает. Гоблин, дай что-нибудь полезное. Ладно, урон скорости. Вот. Итого он 84 бьет. Но проблема, знаешь, в чем? Ты где? Я-то в подземелье. Я пытаюсь посмотреть, выпадают эти или нет. Короче, проблема этого меча, он, да, он вроде как бьет, но... Блин, эти шарики долбанные, они меня что-то напрягают. Да, какие? Короче... Которые ядовитые? Нет, это убийственный Forbidden какой-то вот... Короче, из двух мечей он делается, и 5 эссенций. А каких эссенций? Из 5 эссенций чего там? Ужаса. Да, ужаса. Да у меня просто то, что там с башен падает. Даже был такой меч. Очень вещь, надо. Нет? Короче, параша вообще полнейшая. Так, а из этого можно тоже сделать что-то, но нафиг, короче, его выкинуть тоже. Этот вообще не прокачивается, выкинуть. Вот костяной меч, видишь, вот я бы сделал костяной меч на 101 урона. Но мне нужна эссенция тьмы, а у нас только 2 штуки их. Лул. Мне нужен сломанный меч героя. Я могу прокачать дальше этот меч. Ну вот, сломанный меч это пираты. Ну да, а как я так смотрел?
Лучевой. Капец. Я выкинул лучевой меч, а он здесь нужен. А все равно сломанный меч героя нужен. А этот? По-моему, лучевой где-то лежал. Лучевой, да я его выкинул, в том-то и прикол. Нет, где-то лежал. А, ты он именно лежал, вытащил? Я его выкинул, да. А теперь он нужен, но тут все равно меч героя нужен. И какие-то шарды еще. А этот, если улучшить, тоже меч. Все, меч героя мне нужен. Везде. Так, по топору. Нафиг его выкинуть. Этот не качается, да? Этот мне не нужен. Ну вот он, меч, в принципе. Но мне нужен вот. Чаос. Essence of Chaos, у нас же шестал здесь, да, такие? Ну, Essence Хаоса, да, есть. И ищи, я не использовал его. В материалах. Да там его буквально панты нужны. Чтоб увидеть бы тут. Такие тоже, они Essence круглые. Essence of Chaos нашел. Сейчас посмотрю, сколько мне там нужно на меч. 3 штуки. Ты когда меня атакуют. Essence of Chaos. Ну да, вроде оно. А меч героя с кого падает? С пиратов, обломок да, пи- да, меча? Обломок. Да, 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 с пиратов падает. О, начал показывать. Матрон нужен. Вообще-то матрон нужен. Я не знаю, что это за босс. Матрон, по-моему, только на консольной версии есть. ХЗ, может, его и сюда добавили. Раньше падал только с пиратов. Ну вот, смотри. Сломанный меч героя выпадает с нее, крылья Матрона, глаз Ктулху и 2 каких-то еще непонятных дела из модов. А Матрон как призывается? Без понятия. А можно как-то увидеть здесь? Нет, надо писать только. Есть ли призывалка Матрона, я не знаю. Что за Матрон? Ну это... Бобыль. А как его вызвать? Знамя матроса только, все. Больше ничего нет на Матрон. Крылья Матрона. Да нет, в аду вообще, вот я сейчас прохожу в аду, не падают никакие эссенции, все. Да, знамя Матрона. Даже Матрона не знаем, как вызвать. Супер. Так, надо бабки выложить, а то тут платины до хрена. Пошли, наверное, другую долбать. Последнюю эту. Что там? Нова Пилар. Да. А, нет. Башня Вихря, у нас еще Нова Пилар есть. Из мода башни. Чего у нас башня есть? Из мода. Где у нас башня? Глянь, да, еще правее. Нова Пилар. Пошли. Куда-нибудь. Давай. Вот сюда. Я готов, уже на меня нападают уродцы всякие. Но я перенес спаун, надеюсь, удачно. Ну давай, рви, 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 они на меня напали, давай, разноси их. Что это такое было сейчас? За страшное дело. Охраняй меня, падла ты тупая. Я тебе за что деньги, сука, плачу? Ой, эта хрень как-то мутировала, матка. Поматка?
Матка-поматка, да. Она самая, как говорится. А что, чем они отображают, что я начинаю в невесомости летать? Ну, все, это вот такие мобы, да, они добавки дают, ты теперь по воздуху летаешь не сильно. Паришь. Потом расхуярится. Капец, короче, бабули летают, не успеваешь их убивать, они превращаются в маток. Прикольно. Это то же самое, что ли? Та же самая поебень, только с матками. Да походу дела. Блин, у них еще самонаводящее дерьмо все это. Что я вызывал, что я не вызывал дракона на помощь. Давай делаем шаурюкин, блядь. Ага, мне тут шаурюкин делают прям моментально. Да мне тоже. Ну, давай. Ага, слышишь, смотри, там какие-то вафли валяются, блин, и из них они рождаются. Но я завалил их всех, Лёх. О, а что? Кто меня убил, блядь? Сзади, вон они прям лезут из порталов. Почти готовы. Да опустись, дебил. Там лежит вкуснях сколько, ёлы-палы. Да это не проблема. Умрите, твари. Просто рвут жопу. А, подожди, уже башня готова. Только что была готова. Давай ей. Давай, наяривай. Сука. Натянули, да? Да я только подошел, блин. Готово? Все, есть, да. Да, вижу. О, эссенции веселые. Так. Порвать. Что это? А. Ну все. Здесь еще варик убить одну. Ну да, пошли. А че, раз есть? Хотя, стой, подожди, не надо, Лёх, или ты уже? Я уже к ней. Ну, я пока домой. Я говорю, сейчас я сделаю, что ого. Хочу пока что. Ого, песчаная буря тут, ёптать. Ха-ха. Охренеть, тут и спорами так, пердят, так, блин. И... Так, охренеть меня колбасит. Так, это тоже нужно... Многовато, наверное, сделал. Ладно. Так. А, я не лагаю, гады вонючие.
Да а где взять люминиэта? Где они водятся? Что за бред? Может, мне надо дойти и уничтожить саму эту? Ну, к ней тоже души летят. Только тут как-то души хитро устроены. Блин. Ты хоть где-нибудь там спаун поближе поставил бы. Не, эти вообще не убиваются ни хрена. Не пойду в жопу, не хочу. Уже надоело, блин, палец болит. Этого меча ссаного. И главное, сделать-то ничего не могу. Вообще. Ну, что да, то да. Я тоже вот из-за одного этого не могу сделать ничего. Фрагмент вихря. Вот, кирку можно сделать. Люминитовый опять слиток. Ну а где его взять? Я не могу найти люминитовый слиток. Все, я не знаю, где он. Но. Только где? Ну это не из мода. Значит, где-то. Слышишь, кровавая луна или что? Вон, товарищи лезут. Ух, нагрудничек. Ох, бронечка. Кровавая луна, говоришь? Да походу дела. А, да ладно, ты все-таки, блядь, соизволил прилететь к нам. Че, можешь вызовем этого дурачка? Какого? Давай. Только надо в Кримсон идти. В Кримсон пошли. Вправо, на налево. Всякий. Слева давай. Давай. А я не взял его, я ж его, сука, выложил. Сейчас, секунду, поставь, я быстро. Здесь сразу. Так сам поставь. Я не умею, меня никто не учил. Так что сам ставь. В гаечном ключе кровать. Все, теперь ты знаешь все, что знаю я. Я ничего не слышал, меня тут атакуют все. Мне некогда о спавнах думать. Так, вот он. Ну, надеюсь... Не, он походу прикалывается, он вообще никак не вызывается, прикинь. Все, глянь, даже в этом вызывали его, он не пришел. Ну, значит, из-за кровавой луны. Да не из-за кровавой луны. Просто он не вызывается, чё-то, ладно. Не суть, у нас вроде как еще есть. Но я знаю, кого мы все-таки могем. Хочешь туда? Вниз пойти? Нет. А кого? Червя. Какого червя? Механического. Так зачем? Мы его уже что побеждали. Было? Ну еще победим, он тем более не на камеру приходил. Тут спаун поставлю сейчас. Он пришел сразу. Все, готов? Ну, да. Как-то так. Вот голова. Так, стоп, а это нет. Ну и в чем ты используешься? Ни в чем, да? Ну и нахер тебя.
можно поставить. Эссенция. Что тебе нужно, Лёх, было? Не эссенция, а могущество, да? А? Не эссенция, а могущество тьмы. Тебе было? А. А где тьма это? Я не пойму. О, новая срань какая-то. А, но у меня есть типа этот, как обломок меча, но я не знаю, проканает ли он. В смысле проканает? Ну, подойдет он, нет, но это не он, я знаю. Не могу атаковать, прикинь еще, фак. Ну и что делать нам дальше? Вон лорда, как вызывать? Башню надо снести сначала. Так мы снесли все башни. Ну видишь, значит, ты еще нужно снести последнюю. Так это модовская, нахрен ее сносить. И что, моды же усиливают этих боссов. Значит, и здесь тоже изменено. А, вот вижу осколок меча. Но я не знаю, он подойдет или нет. Они падают со скелетов. Осколки эти. А его переплавить можно всего лишь только. Можем убить, попытаться этого. Реброна. Еще мы Реброна не убили. Это. В грибном биоме ж этот. Ну, да, носачок поймать этот. Червя. О, я жуков повыбил тут, блядь. Плохо. Какой-то костер, подожди, материал. Ты чё? А, ну вот. Кстати, глянь на чё есть. Чего? Чего? Что? У меня какая-то магическая срань, я не пойму, что она делает. Может, вызывает кого, только не тот биом. Что написано? Очень слабое отбрасывание, 39 урон призываемого существа. На мастерской изобретателя. А, это вот оно, говно, глаз летает. Тебе нужно 39 урона. Да зачем? Ладно. Себе миньонов? Ладно. Сделай 20 плюс. И в то же вызове пускай помогает. Шо тут, я шубы можно нахренать? Да, я скинул шубы. А, я забрал одну. Ёпта. Как обычно, и говна здесь, да, жопы. Ну это ор какой-то. А? Ладно, мы страдаем хренью. Вот сейчас мы реально страдаем хренью. Вообще бесполезной хренью. Ну это да. Потому что поэтому нафиг надо вон. Мутить, крутить, думать, придумывать. И я не знаю, что от этого страдаю. Ну, ночь пока почти кончилась, кстати. Давай глянем прокачку, что тут. А он падает вообще с босса. Охрененно. Рама механической вагонетки мне выпала. Тебе надо? Рама механической вагонетки. А, не, у меня есть. Тогда я выкидываю ее нахрен. Угу, окей. С магов выпадает. Оборванные колдуны. Так, материал на хранение все. А, еще, кстати, шляпа, что у меня была тут. Блатная. И вот это еще. Так, потом сюда. На хранение все.
сюда. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Даже сейчас вот я не знаю, говорит, что... А, ну стой, ладно, сейчас сделаю такую хрень. Пиратов как... Блин, Матрон. Матрон! Есть! Он нужен. Срочно. Умер. Он умер? Да. А мне не выпало с него ничего. Ну, видишь, значит, в кровавую луну. Еще один. Ага, я сдох. И спам-то не переставил-то. Да я убью его, если что, заберу. Есть. Все, держи, сейчас переставлю. Так, держи. Все, ты вроде как всосал. Да, есть. Отлично. Так. Только разобраться пощупаю. Да что, тут не... Да, сука, не пизди, блядь, не беди вперед, дебил ты ебучий. Что за овощ, блядь? Все, я не могу, блядь, поставить спам, потому что этот дебил не может подойти к этой точке нормально. Все, так есть. Это кровавая луна, она бесит вообще. Самое бесячее дерьмо. Дайте мне нормальный меч, плес. Ну давай, делай, я как бы скину. Свинья какая-то, мясник лазит, что? Как? А, ну где его сделать? А, слиток адского камня и фрагмент. На гритаврил. Правда, тут пихи на меня нападают, чё за нафиг? Так. Ой, твою налево. Ну и где этот огонь, блядь, живительный? Чё за бред? Куда я его засунул? Здесь где-то должен быть. Дети, дети, дети. А, больные эти? Да, больные, шальные. Вот проклятущие. Капец, игра залагала. Ой, твою мать. А... Только начало? Что за бред? А, это солнечное затмение. Там была кровавая луна, а это солнечное затмение. Мне, походу, почему-то кажется, что ничего не изменилось. Ну, потому что темно всегда. Я знаю, что ничего не изменилось. Гритаврил, охренеть, и где его брать? Фу, я уж испугался. Давайте, родники, да, давайте, наяривайтесь. Джейсон еще лазит тут. Гри... А? Кто там появился? О! Матрон. У меня дети... Пытаются, сука, убили, охуеть, блядь. Где Матрон вонючий? Тебе еще нужен, что ли? Ну он просто прилетел. Он яйки. Он яйца откладывает, если что. Да мне срать. И оттуда, оттуда вылупляются еще одни. Не дают даже меч сделать, твою мать, а?
собаки некрещенные. Реально, от этой игры у меня начинает гореть просто. Я, потому что я бесполезный вообще. Что это за танк? Что это за дамагер, блин? Поборщики вообще, пришли, просто. Сука. Даже... Давай, я закрою, пытайся я сделать. Не знаю, где это делать, все. На древнем манипуляторе, скорее всего, не знаю. Это пока... Пчелиный плащ себе сделаю. Опять Матрон, ёптать. Да я был фул, он меня за раз, блядь, снес 500, охренеть. А? Пиздец. Я говорю, как будто я, блядь, без брони. У тебя хоть дамаг есть, а у меня, блин, дамага никакущего даже. Муравьи какие-то вообще, ляй вон. Шатал ее? Да. Еще кусок меча упал. У меня посох упал какой-то. По сути, кровавая луна закончилась. Хрена они тут лезут все равно эти. Да я тебе говорю, солнечное затмение началось. Это какая разница? Поэтому они и лезут. Большая. Нет, те же самые. Не, не те же самые, другие лезут. Там другие были. Все равно тут вот они, болотники лезут, а дети эти ссаные, зассаные. И чё, ты прикалываешься? Охренеть, блин, мимо пролетел на, поверху над ним. Так. Домогаются, жуткое дело. Кто там пуляется? А, опять эти, блин, черти ссаные. Да кто? Кто там охреневший такой? Глаз на пружинке выпал. О, 14 хп. Охуенно, блядь. Что, блядь? Ну вот то. Глазной лазер. Ты чё, что тут началось? Какие-то. Ну да, Гластрон вроде так называется. Ты там бабки собрал за меня? О, одержимое, ёптать. Опять? Да. Меня псих убил вообще какой-то. Что тут происходит? Да ну, они вообще жесткие до жопы. Что за неадекватность? Да ну вообще их дамаг не берет, как будто, блять, я не знаю, в кого стреляю. Ну вот я тебе про это и говорю. О, опять Матрон, здорово.
Рип. Да, блять, отвечаю, он вообще бесполезный. Да, он их сносит, зараза, но он не бьет по ним, блять. Тупое создание. Ну, что есть? Нет, он, так говорю, хорошо помогает, но... И главное, знаешь, типа... по тебе вроде никто не атакует, смотришь на жизнь, а их уже нет. Типа такого, хотя по тебе даже не, ну, никто и не дамажил там. Что это за посох на 55? Чего? Так лучше пусть такая хрень летает, может она будет рубить их лучше. Вон, видишь, у меня тут бумеранг, блин, сурикен. Шоу. Блин, и уйди отсюда, демон. Чё, он изменился? Чего? О, да пиздец, таим, блядь. А, лянь, он видоизменяется еще, охренеть. Прикольный бумеранг. Гвоздомет вонючий, опять терминатор. Когда уже наступит спокойная ночь? Никогда. Спокойно уже никогда не будет. Уже нарвались на все и вся. Ух, хорош он ее порвал-то. Сраку. Да кто? Какая-то невидимая хрень меня убивает, вообще бесит. О, их двое было, заебись. А, вон, гвоздомет вонючий опять. Пуляется. О, матронище, здорово. А. Матрон, твое место у параши. О, крылья Матрона выпали. Украла. Бензопила мясника 150. Еще один Матрон. Ну вот кто назовет это адекватным, а? Где там это небо? Где свет? Вон. Скоро закончится, я чувствую. Проблема.
Патроны летают, дети по стенкам лазят. Зашибись вообще. Мясников ты уже ушатал. Опять матронище. Весь инвентарь просто в щи, просто все забито. Ура! Ночь. О, у меня голова. Сломанные крылья летучей мыши. Красота. Топор. 150. 150. 163 урона. 69. Смотри, что у меня есть. Ну, а огонь. Я тогда топор в инструменты положу. Слышу. Ща у меня тут подвисло, зря я переключился. Че? О, так, нихрена себе, да. Я могу свиньей быть теперь. Весело. Угу. Когти какие-то. Кстати, они не обгрейдятся. К сожалению. И медленные очень. Нафиг их. Сила волка. Нет, спасибо. Позволяет летать и медленно так падать. Оборотень. Так, ну это можно будет в аксессуары, наверное, куда-нибудь запендюрить. К шлем 22 защиты дает, да? Это все падает тупо со слизней любых. Императора можно вызвать, прикинь. Ладно, я знаю, какой я бронь потом сделаю. Правда, он говёный, пиздец. Слышь? Вон, глаз на пружинке. У меня тоже есть. Он хотел предложить тебе дать, а он у тебя уже есть. Да, когда тут так дропается все в лютейшем этом. Кстати, хочешь, я тебе тоже бензопилу мясника дам? Или нафиг она? Нужна. Но она лучше. Ну, она, у нее урон 163, можно запилить кого-нибудь. Вообще, ну и по мощности 150 также. Ну на. Мне выпало вроде. Запилишь кого-нибудь. Я вообще вот хотел сделать. Бля, я вот что. Вот он. Буросодержащий модуль, Лёха. Мифриловая наковальня, при этом всего по 40, если с другим ладно, да? То где брать люминитовый слиток? Я хз. Разбираться надо. Да я думаю, слышишь, на этом можно закончить нашу серию. В следующей серии мы, ну да, ребятушки, продолжим наше прохождение. Похождение, может быть, я наконец-таки соберу меч. Кстати, реально, а на чем его делать надо? Подожди, вот, я его хочу сделать из этого. Нужен мифриловая наковальня. У нас ее нету, правильно? Мифрил есть, вот она, наковальня, ты прикалываешься? Чё ж ты постоянно... Да, это мифриловая наковальня. Ну, на ней не. Так. Да ладно. Это 18. Не мифриловая. Это мифриловая наковальня. Тебе, значит, не хватает чего-то. Ух ты ж, блядь. Точно. Я даже знаю, чего мне не хватает. Мне не хватает вот этих чаусов. Сейчас, они вроде здесь были, да? Я их, наверное, выложил обратно. Лёха, пламя туманности, 189 дамага, самонаведение. Ну-ка, меч. Так, а ещё её... Зацени. Только... Да. Это он? Его ещё можно... А, ну вообще... В-400 пить. Огонь. Только тут нужен ещё меч. Который делается
фрагмент туманности. И, а что за ихор? Ну, ладно. Ихор падает с гниющего вурдалака. А где эти вурдалаки? В Кримсоне, наверное, да? Наверное. Ихорные плеватели. Ну да, скорее всего, там. Эссенция тьмы опять нужна. Ну, здравствуй, ёптать. Пока что. Вот, эссенция могущества, да, она падает с уничтожителя. Эссенция ужаса с прайма. А это с глазо, с глазьев близнецов прозрения. А мне тьма нужна. А тьма выпадает из созданий. А, ну, либо можно... А это что? Кормилец мира. А, ну да, все, я понял. Короче, все понятно. Делаем такой меч, потом делаем такой меч, а потом нужен еще вот этот слиток. А как его сделать? Так, это падает из фантомного какого-то говна. А это The Devil Gods. Из босса из какого-то, походу. Жопа, жопа. Зато можно потом намутить крутой себе меч. Короче, так. Я заменяю это на это. Так, что он там? 10 к размеру. Сейчас, значит, его это. Зато 8. Mm-hmm. А что, гоблина убили, да? Давай. Наверное. Хреново. Да блять. Я опять за другим сюда пришел. Че за херь? Ладно, всем спасибо, ребята, за просмотр. Не забывайте подписываться на наши каналы, ставьте лайки, пишите комменты. Ссылочки все будут в описании под видео. И с вами был Сильросл, Хамстер Дед, Террария с модами. Всего хорошего, всем пока-пока. Всем.